Уже с 1 июля вступает в силу закон Украины об особенностях осуществления права собственности в многоквартирных домах. В парламентской фракции оппозиционный блок уверены, документ недоработан. Не прописана процедура назначения управляющих компаний для домов, которые не создадут ОСМД. Это открывает возможность для появления фирм-аферистов. Кроме того, жители, которые все же создали объединение совладельцев домов, не смогут обратиться за поддержкой ни в местный, ни областный, ни государственный бюджет, если средств на ремонт их хватать не будет. Народный депутат Александр Вилкул предлагает внести правки в закон. Он уже зарегистрировал соответствующий документ в Верховной Раде. Мы должны понимать, что люди останутся один на один со своими коммунальными проблемами. Им даже по закону помочь будет невозможно на самом деле. И мэры будут говорить, что вот такая Верховная Рада приняла законы. Да, такой есть правительственный законопроект. Конечно, мы за это не голосовали. Но у него срочно необходимо вносить изменения. А также создавать лицензирование этих управляющих компаний, чтобы не приходили всякие жулики и аферисты. И обязательное государственное страхование ответственности перед каждой квартирой, перед каждым человеком.